и к другому самоуправлению Рижскому. С 1 января столичный общественный транспорт станет дешевле для рижан и вдвое дороже для приезжих. Сегодня Рижская дума, несмотря на протесты оппозиции, все же утвердила спорные изменения. За ходом дискуссии следил Сергей Герасимов. С 1 января следующего года поездка в общественном транспорте для рижан будет приравнена к ее себестоимости. То есть билет на трамвай, троллейбус и автобус обойдется в 42 сантима или 60 евроцентов. Подешевеют и месячные проездные. Налоговые сборы позволяют, говорит руководство мэрии. А вот чтобы эти сборы выросли еще больше, всех нерижан, кто хочет ездить по такому же тарифу, призывают декларироваться в столице. В противном случае за использование рижского муниципального транспорта придется платить вдвое больше, чем рижанам – 84 сантима или евро 20 за одну поездку. Учитывая, что за последние 4 года Рига в общей сумме, другим самоуправлением в виде налога на подоходного и также в виде перечислений в фонд выравниваний, в общей сумме отдала порядка 1 миллиарда латов, то в этой ситуации это абсолютно логично, что Рига обеспечивает рижанам из налогов рижан скидки. Далее, если мы хотим, чтобы жители пририжских самоуправлений могли на таких же условиях с такими же скидками пользоваться общественным транспортом, то сейчас будут переговоры, соответственно, с другими самоуправлениями. Основой для переговоров должно стать решение Думы. В Рижской думе подсчитали, что из всех почти полумиллиона работников, занятых на предприятиях в черте столицы, 127 тысяч в Риге не задекларированы. А значит, подоходный налог, заработанный ими в столице, уходит в те самоуправления, где они и задекларированы. При том, что проживает большая часть из них именно в Риге. Вместе с тем, мимо кассы бюджета столицы проходит примерно 127 миллионов латов ежегодно. Авторы изменений прогнозируют, что в течение 3 лет почувствуют преимущество и решат задекларироваться таки в Риге порядка 40 тысяч латвийцев. Согласно нашим прогнозам, с введением новых тарифов общий пассажиропоток в общественном транспорте столицы может упасть почти на 7%. Многим платить придется больше, а вместе с тем и ездить станут меньше. Но в общем изменения явно позитивные. Такой оптимистичный настрой Рига Сатекс моей думской коалиции в целом оппозиция не разделяет. Здесь считают, что этим решением руководство Думы собирается финансировать убыточного муниципального перевозчика деньгами чужих самоуправлений и их жителей. Согласно официальной статистике Рижской детской больницы, треть медсестер там живут не в Риге. Вопрос, должна ли медсестра из Добыла требовать дополнительную плату за лечение детей, если для нее транспорт теперь будет стоить евро 20 за одну поездку? Если Рига Сатексма не хватает денег, если оно не может оплатить расходы на свои автобусы и предприятию нужно больше денег, то так и говорите. А знаете ли вы, сколько неживущие в Риге люди оставляют тут денег, посещая места общепита, используя другие услуги? Может, кто-то тут 100 латов в день оставляет и в качестве налогов платит больше, чем вся стоимость проезда? Вспомним о людях, которые работают на таких объектах, как, к примеру, Кегумская ГЭС или Инчукалское газохранилище. Они всю Ригу обеспечивают энергией и газом. Так неужели они заслужили платить вдвое больше в рижском транспорте? В оппозиции решение правящих назвали непродуманным и предложили тщательнее взвесить все «за» и «против». Однако большинством голосов решение было принято. Теперь в течение месяца свое заключение должно дать Министерство регионального развития. По словам мэра Нила Ушакова, юридических аргументов не принять новый порядок не существует. Сергей Герасимов, Валтер Зелч, Марис Юргенсон, Латвийское телевидение.